решили, да, до последней возможности, до последней капельки собрать все солнце. Особенно потому, что Галя завтра уезжает в ветер со своим солнцем. Да, сегодня последний. Будем мы на пляж. Ну, в общем, мы не одни такие. Вон там кто-то вообще загорает. Лежаке, что ли, какой-то креслице. Людям вот в волейбол играют. Но купающихся почему-то все еще нет. Ну, почему? Ну, вот я... там, посмотри. Есть некоторые. И обратите внимание, сегодня у нас 4 октября 2017 год. Вы обратили внимание, по пляжу мы идем с такими вот сумками и рюкзаками. Почему? Потому что там лежат наши вещи, которые мы сняли. Брюки, курточки легкие. Вот, в городе, конечно, не так тепло и жарко, как на пляже. А здесь просто красота. Сезон продолжается. А ветер-то совсем не холодный. Удивительно. Ну, пахнет. Так. Это Варна. 4 октября 2017 года. Пляж городской. Морского порта. Ну вот, встретились родные души, уже почерневшие. Ну эти не совсем родные, они ж все-таки одетые, да? Одетые все равно морем наслаждаются и солнце, правда? А вот так выглядит Варнинский пляж с точки зрения болгар. Но все равно загорают и все равно на море. Море рядом. Притулился за лодочкой, спрятался от ветра. И жизнь хороша, лето продолжается. И идем в море! И будем купаться!